Вы помните, я обещал вам сделать пару видеороликов о тренажерах от Николая Ясиновского? Я думаю, никому не нужно объяснять, кто этот человек, и что он сделал, и что он значит для нашего советского и российского бодибилдинга. Так вот, человек выпустил линейку уникальных тренажеров. Чем уникальны эти тренажеры, я думаю, вы сами убедитесь, когда я вам расскажу о парочке из них. Я заказал, и через весь океан мне пришли 4 станка. И я сделаю 4 ролика, где расскажу вам о каждом из них. Вообще у Николая будет 19 станков в его линейке тренажеров. Чем уникальна эта идея? Вы знаете, что существует очень много брендов, популярных и не очень. В каждой линейке тренажеров есть 1, 2, иногда максимум 3 действительно хороших станка с хорошей биомеханикой, да и вообще просто нужных, необходимых станка. У Николая будет вся линейка состоять из таких нужных, необходимых тренажеров. Кстати, во многих линейках тренажеров, которые вы знаете, мирового уровня, таких станков вообще нет. Это уникальная ситуация, я сам думал об этом, почему не создать отдельную линейку тренажеров, взять из каждого бренда что-то уникальное, лучше доработать, если нужно, и выпустить ее на рынок. Но, как вы знаете, фитнес-индустрия не заботится о нас, ей главное выпускать продукт новый, чтобы мы, как общество потребителей, постоянно их покупали. А как вы знаете, большинство, 99% людей, открывающих тренажерные залы, это обычные бизнесмены, ничего не понимающие в тренинге. Я надеюсь, что отличаюсь от этого, и поэтому каждый открытый мой тренажерный зал отличается уникальной особенностью того, что нравится абсолютно всем, и стронгменам, и пауэрлифтерам, и бодибилдингам, и в России, и здесь, в Штатах. Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я вам покажу от Николая Ясиновского действительно уникальный тренажер. В России таких практически нигде не встретите. В Америке кое-где я видел. Это тренажер для мышц спины. В прошлый раз я вам показал 2 тренажера в линейке компании Formen Limited Edition от Николая Ясиновского. Это были грудные горизонтальные разведения и так называемый колодец. Тренажер для приседаний, но снимающий нагрузку с позвоночника. 2 супер тренажера. Итак, сегодня поговорим и расскажем вам о новом тренажере для спины. Чем отличается данный тренажер для мышц спины и задней дельты от обычных горизонтальных тяг, можете спросить вы, и вертикальных? Вы увидите, отличается он углом воздействия, углом приложения силы, если хотите, вектором нагрузки. При горизонтальной тяге, естественно, тросик тренажера параллелен полу. Здесь, если мы выполняем тягу по типу горизонтальной, как вы видите, тросик будет идти под углом. Точно так же, как вы сейчас видите на своем видеомониторе, происходит и с верхним блоком. Американцы очень любят данный тренажер. Выполняют его, как вы видите, я сейчас показываю, практически лежа, либо полусидя. Николай скоро снимет свои видеообзоры и покажет нам с вами, как он видит и как правильно работать в данном тренажере. Очень удобно сама система подобрана, продумана. Меняется угол наклона скамьи, когда вы работаете с верхнего блока. И, естественно, вы можете его опустить, когда будете работать с нижнего блока. Как работаю сейчас я с узкой постановкой ног, больше воздействие идет на широчайшие мышцы спины. Если же поменять рукоять на широкую, разводить локти в стороны и назад, то есть удалив их от корпуса под прямым углом, то будет нагрузка
перемещена на заднюю дельту. А вы знаете, я вам не раз уже говорил, что задняя дельта – это самый важный пучок дельты из трех. Именно он лимитирует, насколько огромными могут быть ваши дельты. И поэтому я вам рекомендую обязательно прокачивать заднюю дельту. Первым упражнением и последним, когда вы прокачиваете непосредственно дельты, когда у вас день плеч, и последним упражнением на многоповторку, когда вы прокачиваете отдельным днем спину, широчайшие мышцы спины. На меня эта методика действует лучше всего, качественнее всего я чувствую так, как растет, как получает нагрузку моя задняя дельта. А это очень важно. Девчонки вот первый раз тоже будут опробовать данный тренажер. Как всегда, я попросил их просто, чтобы мы посмотрели, как люди подходят, ни разу не пробуя, к новым станкам. У нас есть вот такие ручки. Я сам был удивлен. Уникальная система держания, хвата. И, в принципе, я могу работать с этими ручками, с такими же весами, тяжелыми, огромными весами, когда работаю с обычной ручкой, но использую кистевые ремни. Естественно, работая с кистевыми ремнями, вы можете более конкретно сосредоточиться на работе широчайшей мышцы спины. И по большому счету невозможно прокачать спину без использования кистевых ремней, если вы работаете действительно серьезным весом, потому что и пальцы, и само предплечье устанет гораздо быстрее, маленькие мышцы. Но вы получите хорошую прокачку, и многим людям, кто приходит в зал за здоровьем, за красотой, за хорошим самочувствием, такие ручки очень понравятся, они будут удобней. Вот как вы видите сейчас ручку, девушка берет с верхнего блока. С такой ручкой при серьезных весах невозможно проработать, не используя кистевые ремни. Данный тренажер действительно очень хорош, уникален. И спасибо Николаю за использование его в своей линейке. Но, откровенно скажу, вы знаете, я никогда вас не обманываю, я редко работаю в таком тренажере, предпочитая поработать в обычных горизонтальных тягах и жду новый тренажер от Николая именно горизонтальной тяги. А сейчас, друзья, я вам покажу, как я люблю использовать этот тренажер для прокачки бицепсов и трицепсов. Я использую данный тренажер на работу рук. Но, как вы заметите, я не делаю упражнения в суперсете. Мне нравится то, что я могу использовать данный тренажер, не бегая прокачивать бицепс и трицепс. Но я делаю минимум 30-40 секунд отдыха между каждым подходом. Таким образом я могу сохранять серьезные веса. Таким образом я не перегружаю свою сердечную мышцу. Не увеличиваю левый желудочек, не наношу вред, как это происходит при кроссфите. И так вот, чередуя упражнения, точнее подход за подходом, я делаю бицепс, делаю трицепс. Кровь наполняет мышцы, рука все-таки у нас находится между одинаковыми суставами. И когда я работаю на бицепс, трицепс отдыхает, но все равно получает свою долю крови. Что увеличивает его восстановление между подходами. Дает мне более качественно прочувствовать работающие мышцы. Вы знаете, я вообще не сторонник суперсетов. Поэтому и вам рекомендую работать в таком режиме. Данный тренажер будет вам тоже очень удобен, если вы хотите попробовать прокачать руки так, как я вам советую. И с нижнего блока очень удобно работать на бицепс, исключая другие мышцы-ассистенты. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайк. Если нравится, комментируйте, что понравилось, что не понравилось. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров.
Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем счастливо и удачи, сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.